Вот встречает Вика Николаевича. Бегом. Задел. Что-то у вас много сил. По очереди. Я побежала. И я. Давай, мама. Там опасно, ноги. Аккуратнее ноги. Да, ноги. Я с ними. Я сейчас катать-то не буду. Я же буду петь. Всему свое время, говорит, ты 50. Ладно, поехали. А катание уже вот было у нас. Давид, вот так будет теперь. Я башки съел, а ты довезу и все. Отойди, Нестор. В сторону отошли, Андрей. Побежали. Что я гитарист? Ай, надо его, ай, откуда взяли, что вот именно тот святой, но на небе? А может он в аду? То есть кто узнал? Какая уверенность? Вы говорите, никакой нет уверенности? Нет уверенности, так, что я был бы там, видел. Ну какая уверенность? Я поверил в церковь. Это церковное решение было, я молюсь ему. Церковь его канонизировала. Ну и честно, я про себя могу сказать, что молитва-то, если обращаете, я помощь ощущаю. Да. Я слышал, что такое говорит, знаете, наставница ваша, которая проповедовала вам слово, проповедовали, не прятались. Невзирая на кончину жизни, подражайте. Вот и ищи таких. Подражай. А кому подражать? Пришла с апостола Павла. Сколько таких? Ты иди куда, он вперед сколько? Вот туда. Спокойно. Давай. Ай! Пошли искать. Нравится. Давай ближе. Считай, Виталий. Ты это. Если Виталий появится, ты ему скажи. Я ему подарок могу дать породистый голубей. Какой Виталий? Ой, Виталий, Корчинский, который против моей голуби этого. Я ему дам. Я не мы с ним раз дошли до дома. Ну, на днях поговорили с ним. Он как-то смяк вроде не стал. Я тебе сейчас приду, зачем ты куришь, Что ты экспертов в сарае куришь? Какая разница тут? Это страх смерти. Голубей дам ему. Скажи, а как она? Маша, Соня. Соня, Соня. Скажи, Соня расстроила меня. Дядя. А, ты что меня толкаешь? Ты мам не бей. Еще один. Еще нас ждут, когда пройдя дороги. Вы уже записали их, да, Слава? Нет. Они сами. Это Фрося, наизусть. Это Фрося проповедует. Да. Нет. Чего? Нет, сначала будем петь. Ничего. Это наша знаменитость, хочет. Поиграть. Не хочу я пока. Попозже, после вас. Ну давайте нас ждут, вот она первая попалась. Нас ждут. Искренне говорю, что мы тапу не пать. О, я на это сяду. Ну-ка это. А куда она убежала-то, Фрося? Кирилл. А? Это кто побежал туда? Фрося. Фрося? Фрося, а это Фрося. Я знаю, кто. Фрося! Агния. Агния. Ну-ка вернитесь назад. Сюда! Назад вернись! Давайте. Забери эту, кто бежит. А кто это бежит? Агния. Агния.
Сюда, бегом! Никто не отпускал, никому не отпрашивался, никуда не отпускать. Зачем же так? Вечерний день. Небесный вечер, то и когда оставим за порогом все то, что так не славит Бога нас ждут. И каждый шаг тревожит, чтоб я был мудро осторожен и взгляд свой направлял лишь к небу. Да, положим к забору. Бог даст нам всем победу нас ждут. Место не отвлекай, сам положи. Желает, чтоб мы тропу не потеряли и шли. Нас вечно светит с неба над Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят город чудный, чтоб всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Нас ждут, но часто мы блуждаем, свет с небес не замечаем, и тьму как истину возносим, грешим, но милости не просим, и жизнь бурлит и пеной брызжет, а Бог все ждет, что мы услышим того, кто всех зовет с надеждой, чтоб снять сердец греха одежды. Нас ждут и искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят город чудный, что всем нам было там уютно, где скорбь уже не омрачит наш покой. Сеня, нас ты пой! Ждут, искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят город чудный, что всем нам было там уютно, без скорбь уже не омрачит наш покой. Один раз на костре здесь сидело 120 человек. Времена какие были. 120 человек вот здесь сидело. Тут было вот один ярус, вот он ниже, вот так кругом идет. Вот второй идет. Вот идет третий, вот четыре, четыре этажа. А давайте теперь это... Наша знаменитость хочет поиграть. Ну, надо искать.